Сегодня хочу рассказать вам историю, которая со мной произошла 2 дня назад. Это было очень страшно, и я не помню, чтобы я так последний раз когда-то боялась чего-то. У меня билось сердце, вылетало просто. Короче, история такая. Я ездила в Италию, ездила на ретрит, потрясающе вообще, на 2 дня, церемонии, это было божественно. Ну ладно, на обратном пути Александр попросил меня заехать в аптеку и купить ему лекарства. И я уже ехала по шоссе и думаю, ладно, сейчас заеду в какой-то из городов тут. За час до Монако, до подъезда. И захожу в город, заезжаю в город, выезжаю обратно. И там вот такая вот каменная стена. Вот видите, как здесь каменная стена. Улица, в которой я ехала, одностороннее движение. Вот такие два каменных забора по бокам. И в какой-то момент она поворачивает, и в какой-то момент она сужается до такой степени, что я просто застряла. А обратно я ехать не могу, потому что я даже не могу вывернуть колеса. Причем я вожу довольно-таки хорошо машину. У меня была такая паника, я поняла, что я могу застрять там навсегда. И зеркала даже пришлось сложить, насколько было узко, то есть зеркала не помещались. Я сложила зеркала, и у меня началась паника. Ну, не то, что паника, у меня просто сердцебиение билось так, сердце слышало стук своего. И что я сделала? Я просто, слава богу, был люк. В этой машине есть люк, потому, ну, как бы я могла, да, потом мне там подсказали, что я могла бы, наверное, вылезти через багажник там сзади, да, в джипе, но я бы не смогла вырулить тогда. Я выходила в люк, вот так вот вылезала, смотрела туда и видела, что оставалось вот столечко с одной стороны, я потихонечку там вырулю, нажму на газ, то есть по миллиметру, вот так вот я выезжала, буквально там по миллиметру, по сантиметру я выехала, но мне было так страшно. И я так испугалась, я не знаю чего. Я представляю, люди, когда тонут в машине, и ты не можешь открыть. Двери не открывались. То есть, как бы, двери заблокированы стенами с двух сторон. И вытащить машину тоже нельзя. Даже если приехала какая-то служба, то есть ее нельзя вытащить. Наверное, только с вертолета ее можно было бы вытащить. Это было очень страшно. Я почувствовала, что такое клаустрофобия, хотя вообще не боюсь никакой, ну, как бы, я ни клаустрофобии не страдаю. Ну, в машине клаустрофобия была, это было очень страшно. Так что вот такая была со мной история. А вы боитесь? Клаустрофобия есть? Страдаете, нет? Я так смеялась, когда оттуда выехала, думаю, боже мой, что это было? Я смеялась просто во весь голос. Девочки, ну какая у меня была церемония, и мальчики, это просто было невероятно. Ой, я про него отдельно расскажу, просто мне, я сейчас настолько даже не могла делиться впечатлениями, потому что было столько эмоций и впечатлений, что даже некогда было делиться ими. Просто было столько всего, вот так вот прям волна. Это было невероятно, конечно, божественно.